И снова привет, дорогие мои! В этом ролике я покажу небольшой глич на водолазный костюм и заодно лично покажу процесс создания. Работает на мужском и женском персонажах. Напомню на всякий случай, что костюм аквалангиста вам доступен бесплатно на вашей подлодке «Касатка». Даже если нет субмарины, можно купить костюм с аквалангом в любом магазине одежды у прилавка продавца, выбрав тот цвет, который нравится. Все, что вам потребуется, это иметь сохраненный водолазный костюм, неважно какого цвета. Далее вам потребуется боди, любое на выбор. У меня, например, есть полученное по одной из акций Rockstar. Его я и протестирую. Одеваем боди и направляемся к телескопу. Да-да, многим известны эти манипуляции с телескопом. Пробегаем мимо телескопа и на бегу возле него нажимаем кнопку взаимодействия. Персонаж затормозит и оголит голову. В открытом меню взаимодействия открываем и надеваем заранее сохраненный водолазный костюм и отходим от телескопа. Должно произойти слияние несовместимых костюмов, как показано в ролике. Далее наш путь лежит в магазин одежды. Одеваем почти все из топов, то есть майки, футболки, бикини, футболки без рукавов и так далее, на ваш выбор. Главное, чтобы не слетели шорты и ботинки. Их трогать нельзя. Сохраняем данный костюм и проверяем, нырнув в освежающие воды Тихого океана, что омывает берега Лос-Сантос. Вуаля! Импровизированный костюм с аквалангом готов. Жаль, что нельзя одеть низ бикини, но в целом мне понравилось. Обязательно оставлю этот костюм на будущее. Этой идеей со мной поделился соавтор канала. Желаю вам приятной игры и удачи в создании своего костюма с аквалангом. Всем пока и удачи!